Жовті води, як і вся Україна, в очікуванні початку медичної реформи. В нашому місті до змін готуються вже давно. В цьому році повинен відкритись комунальний центр первинної медичної допомоги. Міська поліклініка перетвориться на комунальну лікарню вторинної медицини. А стаціонарні відділення переїдуть у новий мікрорайон. І старе лікарняне містечко залишиться пустувати. Щоправда, коли це станеться, поки невідомо. У нас зараз йде інвентаризація всіх зданий і обладнання. Собственно, ми з комісіями, у нас розписаний план, ми з комісіями ходимо і вже почали підготовку актів. Майно буде передано на баланс міського бюджету, да, громади. Так, да. Воно буде передано все сюди. Це всі здания, які перейдуть, вони всі будуть вже власністю громади, скажімо так. Да? І вони не можуть бути використані в інших назначеннях. Так оговаривается всегда, что если это медицинское было, оно должно быть использовано как медицинское. И то, что, допустим, если мы с этого городка практически переедем на ту территорию, да, то здесь останутся пустые здания, их тоже не имеет использовать в другом назначении, к сожалению. Да, тогда, чтобы только разрушились или что, чтобы потом их уже можно было списать. А так, в принципе, нет. Планируется, что старое местечко взагалі не будет... Практически, да. Если мы, у нас рассчитано так уж, все, в общем-то, там давно это считали у нас, правда, все упирается в крыши. Для того, чтобы туда переехать и начинать какие-то ремонты, нужно сделать сначала крыши, потому что мы рассчитывали там по третьему этажу так-так, а потом он осыпется еще больше и требует больше материалов для этого, поэтому вот в это вот все упирается. А все стационары, они поместятся в новом? Все поместятся. Да, все поместится. У нас даже могу вам показать, как у нас рассчитано уже даже все там. Хирургический комплекс, который большой, да, но это у нас будет идти в роддоме. Вот. То есть у нас сейчас первый этаж занимает там гинекология, второй этаж – это роддом, а третий этаж у нас пустой. Но второй этаж у нас самый большой, самый длинный, за счет того, что на первом, на третьем этаже там технические участки в две стороны. Поэтому, когда пересчитали, все пересмотрели, то на третьем этаже лучше роддом, он там хорошо помещается, как раз там 20 коек хорошо помещается. Да, на третьем. Третий будет роддом, и плюс там есть за углом, там еще это называется, так это, там есть еще для клинической лаборатории. Они уже тоже все обсчитали, даже написали, какие эти комнаты будут, это хотели уже сами заведующие, где им удобно, как правильно, как все это. То есть там будет лаборатория, но люди не будут там анализы сдавать, допустим, там, ну, как здесь, вот лаборанты, они работают. Да? Там есть три лифта, вот. Один будет для родильного отделения только, а второй это будет хирургия и, собственно, для лаборатории. Вот. Второй этаж будет чисто реанимация. У нас там есть сейчас три реанимационных койки, там есть. Вот. Но они идут как роддомовские чисто. А нам нужно 6 коек, которые здесь. То есть мы там добавляем просто еще 2 палаты, добавляем еще койки. Вот. Операционная там есть. И второй этаж – это будет полностью хирургическое отделение. Но у нас сейчас общехирургическое. Там идут хирургия, травматология и урология. То есть они все там 60 коек, 50 их, они там все разместятся на этом вот этаже, и плюс там операционная, там уже есть она, там операционная, это роддомовская, в принципе, там еще будет нужно из одного родзала сделать еще одну операционную, чтобы это было для гнойных. Они должны быть 2. Первый этаж уже есть гинекология, он так и остается. И тут все упирается только в приемно-диагностическое отделение. Вот мы вчера с промней проектов там ходили, они додумают, там, в общем-то, ну там очень много мелких комнат, очень много всего, а нам там надо сделать так, чтобы вот как здесь приемно, да, чтобы мы на каталке заехали, завезли, и все это было. Чтобы это было и 3 диагностических обязательных, УЗИ-кабинет там есть, там упирается, конечно, рентген-кабинет, который он же должен быть для рентген-кабинета, там специальные стены, там все это, вот где и как. И вот у нас наш ум застрял, как его правильно, и вот промни тоже думают, как бы его правильно там разместить, потому что это нужно, чтобы мы на каталке все заехали, там малые операционные, там гипсовые, там для кардиограмм, для этого, ну, вот это вот уперлось все в приемное отделение. Ну, никак не можем его там растушевать. Ломать какие-то стены, не все там можно. И вот у нас идет, собственно, реконструкция, будет идти только первого этажа. А дальше там идут капитальные ремонты. Как будет сделана крыша, там можно начинать те уже ремонты делать. Но говорить о переезде, пока нет приемного, нет смысла. То есть, какой промежуток часа это будет все зависеть только от финансирования. Там только проект...
Вот нам они никак не могут сумму сложить, какая будет сумма на проект. А инши стационарные отделения, которые сейчас тут, в старом местечке? А что у нас тут остается? Терапия и эти, они переезжают в детское отделение туда, на третий этаж. Там, где была неврология, а вторая часть, это была раньше гастроэнтерология. Вот как раз на 60 коек вся терапия. Терапия сейчас у нас тоже общетерапевтическая объединенная. Это будет терапия, кардиология и неврология. Они все на одном этаже. А инфекционная? Инфекционная мы вообще-то планируем тоже их перенести туда, там, где у нас есть в детском отделении боксы. Вот. И там часть лаборатории. Вот первый этаж и кусок, туда будет приезжать потом уже инфекционное отделение, и все. То дитяче с дорослым отделением по объединяйте. А оно и есть у нас, собственно, инфекция у нас и идет общая, она же у нас не отделенная. У нас там 5 или 6 коек детских, а остальное взрослые. Вот, то есть они у нас и идут. А морг залишится тут? Пока тут, да. И, кстати, вот очень тоже обидно, что у нас и пищеблок там разрушен полностью. Уже даже я когда принимала это все уже, как выполняющий обовязки 4 года назад, пищеблок там давно разрушен. Очень хороший был пищеблок, очень жаль. Если все бы было там прекрасно, вот, там бы было туда, бы да. Ну, еще у нас вопрос зависит небольшой с трансфузиологией, но там есть два места. Одно это только нужно делать ремонт, это вторая половина молочной кухни. Она тоже в разрушенном состоянии, отопления нет, ничего нет, туда надо вкладывать деньги, там можно было бы делать трансфузиологию. И еще у нас часть центральной стерилизационной. То есть там место есть, только уже так, скажем, по проектам подумать, куда это разместить. А так мы прекрасно там все размещаемся. Что вот первичка и вторичка, давайте к этому вернемся, да? То есть на вторичке у нас будет должна быть консультативная поликлиника. Вот туда входят все узкие специалисты. Ну, это та же самая поликлиника номер 1, яка зараз є. Нет, ну она в первой поликлинике у нас там и узкие специалисты, ну, и терапевты. Ну, правильно. Я маю на увазі, що залишаться там. Пока да. Мы надеемся, что, ну, пока, если бы открыли центр и планируют его в детском доме, там тоже нужна реконструкция, ремонт для того, чтобы туда переездить. Если это будет и коммунальная власть, и даже сейчас, это может быть, вот как делились другие города, они просто, ну, это все будет коммунальная власть, они просто, чье это будет здание? Если оно будет первички, то мы у них арендуем для узких специалистов. Если это будет вторички, то они арендуют у первички. Да, да. То есть это уже друг к другу, тут взаємозачет, грівта, аренда на рік, тут немає ніяких этих. Отже, педіатри та терапевти, вони перейдуть в інше заклад, це медичний, комунальний. Комунальний. А всі Ні, і вторичка теж буде комунальним. Коли ми передаємося з державних комунальних, то організуються просто два комунальних підприємства. Вот і все. Одно буде, ну, вже в зависимості, як називуть. Или буде це Жолтоводська міська лікарня, или некоторым оставили, допустим, Жестовудская специализированная медико-санитарная часть. Но я думаю, что у нас, наверное, будет все-таки Жестовудская миска лекарня. Но для людей еще изменится, для пациентов. Они так само будут ходить до поликлиники, например. Ну да. А консультироваться с узкими специалистами? Ну, нет. Тут уже меняется немножко, там меняется структура. Значит, то, как идет. Многое отпадает. Допустим, сейчас у нас есть дневной стационар, да, там отдельный врач. По идее, как таковой отдельный дневной стационар, он ликвидируется, то есть реорганизуется. Это лишка денного пребывания при амбулатории. Вот на город должно быть, ну, как минимум, наверное, 3-4 амбулатории, хотя бы 3. Как они должны быть и приближены к народу? Ну, одна из них можно размещать, допустим, ну, как наши планы будут, как будет смотреть новое руководство, не знаю. Вот, одна должна была быть размещаться пока в детской поликлинике, потому что, в общем-то, там свои есть нормативы, отдельные входы, боксы там, т.д. Для детей, да, пока. Вторая бы разместилась, вот она у нас и есть здесь, в поликлинике номер 2. Они сейчас пока на первом этаже, а можно было бы, в принципе, для приближения разместить их тут 3 этажа, мы стоматологов отсюда все равно выведем, тут только зубопротезные. Это можно было бы использовать тоже как еще одна амбулатория. И то, что находится во взрослой поликлинике. Там этаж или 2 можно тоже забирать на амбулаторию. Як жовтоводці обиратимуть сімейних лікарів, питання залишається відкритим. Терапевтів в жовтих водах катастрофічно не вистачає.